глубины веков шептало время: ты будь собой и гримы не надевай. Все человечество давно играет роли, а ты попробуй сам себя сыграй. Еще со школьных спектаклей Марина Шиганова полюбила творчество Генрика Ибсена и норвежский фольклор. Тогда и зародилась мечта сделать собственную постановку. Премьера музыкальной фантазии «Парень из Гудбрандской долины» по произведению Ибсена «Пер Гюнт» прошла на сцене культурно-просветительского центра «Усово-Спасская». Здесь поднимаются очень важные, на мой взгляд, философские вопросы: что значит быть собой, что значит найти себя, про путь человека, истинный и ложный путь. И мне хотелось это сделать таким именно масштабным действием, не ограничиваться только художественным словом и оркестром, как это обычно бывает, а также захотелось привлечь наших друзей-танцоров и певцов, чтобы действие было масштабное и целостное. Постановка получилась действительно необычной. В ней и глубокий смысл, и тонкая актерская игра, и музыка в исполнении камерного оркестра, и сольное пение, и, конечно, блестящее чтение. Два акта спектакля Михаил Морозов буквально держал внимание зала. «Пер Гюнт» – это вот такой вот двойственный персонаж. Он постоянно мечется, он постоянно пытается найти себя как раз. И я понимаю, что вот... И у меня натура тоже такая противоречивая, какая-то метущаяся. Я еще молодой человек и нахожусь в постоянном поиске. Поэтому я иногда ощущаю себя Пером Гюнтом, я иногда его чувствую. И, наверное, поэтому сегодня для меня является большим удовольствием читать эту замечательную пьесу, которая актуальна и по сей день. Оценители прекрасного, и взрослые, и дети смогли получить удовольствие от спектакля. Зрители признавались, несмотря на сложный философский подтекст, постановку смотрели на одном дыхании. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».